Вчера, 20 ноября 2019 года, получил, позвонил мне неизвестный номер, попросил, да, представились сотрудниками банка, сказали, что с моей кредитной карты хотели совершить покупку на 15 тысяч рублей, и сейчас мы вернем вам эти деньги с тем путем, что вы скажете нам код с СМС, который СМС пришла с суммой 15 тысяч. Я сказала им код с этой СМС, и с меня списали деньги.